24 сентября в кинотеатре «Искра» состоялась премьера фильма Ильи Учителя «Стрельцов». В первые дни показа увидеть на большом экране историю известного советского футболиста решили спортсмены мотобольного клуба «Металлург». Сериал смотрел, очень увлек. И этот фильм много рекламируют, и хотел его посмотреть. И вот такая получилась возможность, состоялась сегодня посмотреть. Наблюдать за взлетом, падением и триумфом Эдуарда Стрельцова интересно каждому. Знакомые с историей спортсмена смогли оценить видение режиссера, а другие заинтересовались личностью. Спортсмены «Металлурга» остаться равнодушными не могли, ведь футбол фактически старший брат мотобола. Когда людям объясняешь, что такое мотобол, проще всего сказать, футбол на мотоциклах. Поэтому как минимум этими словами связан. И тем, что это тоже комбинационная игра, как и в футболе, поле, ворота одинаковые. На протяжении последних лет кино о спорте все больше набирает популярность. Мотобол – это симбиоз футбола, хоккея и мотоспорта. Фильм о Валерии Харламове имел большой успех. Выжившие в этом году «Стрельцов» уже оценили наши спортсмены. Остался мотоспорт, и посмотреть на это было бы не менее интересно. Про кого бы сняли? Ну, я думаю, про легенд, про мастодонтов мотобола и про нас, молодых. Вон про Ваню Кричтопа можно фильм целый снять. Но пока о футболе. Судьба Эдуарда Стрельцова драматична. В ней можно увидеть и огромный талант, и обстоятельства, в которых гению советского футбола довелось провести жизнь. Главную роль в фильме сыграл Александр Петров, а его партнерами стали Виктор Добронравов и Александр Яценко. Артистам удалось как нельзя лучше раскрыть своих персонажей. На уровне вот СМИ и телевидения преподносили, конечно, такие факты, что трудно было отрицать. Ну, я, честно, не верю этому, потому что действительно был суперталантливый футболист, суперталантливый. Может, это был бы второй Пеле. Всего 7 лет прошло с момента, когда легенда номер 17 задала тренд на спортивное кино. Фильм «Учителя Стрельцов» демонстрирует, чего за эти годы удалось добиться. Полетами мяча и игровыми комбинациями в нем можно наслаждаться по-настоящему. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.